показ. Обрань — это всегда очень красивое шоу, и это всегда европейский уровень, и мы в предвкушении, в ожидании чего-то очень интересного. Я завжди захоплена тим, які локації вибирає бренд обрані для своїх показів. Це завжди дуже несподівано, і це завжди дуже доречно. От це важливо. Можна, знаєте, обрати прекрасне місце, і воно буде не відповідати колекції. Те, що от Лена Мікдісова завжди знаходить відповідний антураж до своєї колекції, це просто надихає. Музейський арсенал, на мій взгляд, не менш неординарне місце, тому що це історичний пам'ятник. И вообще я очень рада, что показы, модные показы проходят здесь. Это место давно уже, как бы, последний этап сезона символом современного искусства украинского. Здесь проходил Биеннале, здесь проходит Ukrainian Fashion Week. И нет ничего удивительного в том, что показ собран и тоже проходит в стенах этого замечательного музея. Честно скажу, я побоялась спускаться. Ну, не побоялась из-за того, что я боюсь ездить в метро. Я люблю ездить на метро. Я побоялась, потому что это заброшенная станция. Как-то так стремновато. Я была на вертолетной площадке. Ну, интересно, локации новые. Но самое главное, чтобы одежда была интересная. Прошлый показ был в метро. Было неожиданно. Поэтому все гадали, где будет. Ну, я думаю, что здесь здорово. Они абсолютно не стендап, что не может не радовать не только меня и локальную украинскую сторону, но и итальянских партнеров. Мы давно дружим с Леной Мекдісовой. Ее мода очень женственна, у нее есть своя клиентура, и, в общем, потому что, знаете, в Украине сейчас очень большая проблема. Слишком многие дизайнеры увлекаются чем-то таким слишком концептуальным, вещами, которые очень сложно носить в повседневной жизни, какими-то элегантными коллекциями. Поэтому, на самом деле, когда вот мы видим кого-то, кто работает в чем-то очень таком строгом, лаконичном, женственном, элегантном, это замечательно, на мой взгляд, потому что бренд Обрань, он как раз такой, он про это. Ее творчество, оно сфокусировано на 50-х таких годах от Америки. Она шьет все очень женственно, очень подчеркивает фигуру, и это, конечно, по-разному кому идет. Думаю, обязательно что-то выберу, потому что мне нравится ее стиль, мне нравится цветовая гамма, и мне просто нравится Лена. Леночка привыкла удивлять, Лена привыкла радовать, она привыкла эпатировать в хорошем смысле слова, поэтому мы пришли, как люди творческие, понимающие ее творческую натуру, получить удовольствие от общения с ее творчеством. Я очень давно ее знаю, знаете, буквально, когда она была еще там сразу после школы, и вот она всегда была вот такой в хорошем смысле носителем такой хорошей положительной энергии. Она светлый, добрый человек, и поэтому она все, что делает, всегда талантливо, неординарно и самое главное, необычно. Я наблизилася до цього бренду, і мені шалено подобається. Я просто в захваті. Речі з колекції попередніх у мене є. Їхні розкішні плаття. Це просто мій стиль, мої силуети. Така скромність, але дуже багата скромність.
Я сегодня в платье отобрана, это платье смокинг из осенне-зимней коллекции. Брюки Мьюз, французская марка Мьюз, рубашка Мьюз, пальто Хлоя, ботинки Шанель. Это Изайя. Это Изайя от начала и до конца. Вы всегда меня смущаете этим вопросом. На мне кожаное пальто Марни и туфли Лабутан. Не, просто я сегодня в брюках Прада. Але на мені кейп Каті Березницької. І мої прикраси – це прикраси Валерії Ковальської. Я дуже цьому рада. Я тільки що вела день юриста, тому така дуже офіційна. Власне, і турбинка Селін. Ми туфельки Шанель, тому що зручно.
Mm-hmm.